Так, сегодня решили немножко попраздновать. И вот купили пиццу от ресторана Перчини. Вот пицца и паста. Ну, вроде сами делают, и даже пицца у них 48 часов. Говорят, почти как в Неаполе. Ну, вот мы должны ее оценивать. Ну, возьмем сначала, у меня здесь нет ножниц. Как бы, ну, вот начнем вот, наверное, вот этот самый пухлый бортик. Давайте попробуем его отрезать. В принципе, мягкость есть. Так. Ну, я бы не сказал, ну, альвеолы, как бы, ну, вот, можно сказать, что они есть. Так, следующее мы, давайте попробуем кусочек, как на вкус. Так. Так, центр мягкий. Так, посыпка симола, то есть такая вот, если показать кому надо. Ну, как бы мы ее не сильно любим. Как бы. Ну, сейчас попробуем вот. Ну, немножко резиновая, как бы это. Борт у нас повкуснее немножко. Но обратно, даже я рассказываю про свое, как бы, вариант. Так, у нас здесь еще есть соус. Это терияки. Попробуем соус терияки макнуть. Но это у нас для скумбрии вот такой еще они делали. Нам соседка рекомендовала, что вкусная скумбрия гриль. Давайте попробуем. Посмотрим. Так, соли нету, но предлагается соус. Так, вот сейчас мы еще взяли и вторую пиццу. Тоже одна из таких классических. Это вот пепперони. Ну вот, я бы не сказал бы по борту. Все-таки борт должен быть по хрустее. Но обратно, мы взяли эту пиццу немножко позднее, то есть она постояла в таком контейнере для доставки, поэтому мы как бы не можем оценить, ну, как бы стопроцентно подходит это или не подходит. Но вот эти, конечно, пузыри показывают, что была реакция Майяра, то есть была как бы температура в печи довольно большая, больше 400 градусов. Ну что, попробуем мы. И как бы, я думаю, что это все-таки тесто, да, 48 часов было, потому что есть вот и альвеолы какие-то вот в середине, вот там вот, если видите, ноздрю, как бы вот такое. Ну что, будем уже пробовать все это в комплексе. Так, и вот еще одна у нас пицца. Ну, попробуем, а там уже скажем, как мы считаем лучше, пицца от Олега против пиц от Перчини.